почти приехали. Открыть ворота! Пропустите! Мэл. Что? Твоя спина. Сожми как можно сильнее, понял? Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй! У нас двое. У него пулевое ранение в руку. Мэл, ты держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тут. Давай, девочка. Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Спасибо. Ух уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. Ребята не в курсе, что происходит. О чем? Мы тут уже третий день, и до сих пор никаких приказов. Тогда вы должны быть нам благодарны за развлечение. Вас причитается. Можешь узнать, в чем дело. Ладно. Только сначала отметимся. Потом договорим. Ладно, спасибо. Мы отметимся. Да, привет. Есть для нас что? Нет, ничего. Просто доложиться Айзеку. Обоим? Да. Никогда не видел столько народу. Что-то назревает. Надо найти Айзека. Сначала давай проведаем нам. Я никого из них не знаю. А ты? Ну, я тем более. Здорово, Эдди. Здорово. Верстачок. О, гляньте, сколько здесь боеприпасов. Так что есть чем поживиться. Здорово. Эбби, тебе в кои-то веки понадобилась подмога? Да. Ну, один раз. Ой, на пистолет еще. Эбби, подойди-ка. Да? Слышала про вашу стычку. Где напали? А, где-то вот здесь. Рядом со складами. Черт. Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Ну, хорошо уже. Так, медицинский шатер. Так. Сейчас, подождите. Ну, туда мы с вами не пройдем, наверное. Давайте пройдем сюда. Плохо дело, да, док? Видала и похуже. Не шевелись. Да. Ну что, полегчало? Боли утоляющее подействовало, так что, да. Держись. Как рука? Почти все пальцы останутся при мне. Ха, братишка, трех тебе хватит. Правда ведь? Эй, чего? Все будет так хорошо. Ну вот, все будет хорошо. Ага, все случилось так быстро. Но могло быть гораздо хуже. Помяни черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мэл, расслабься. Слушаюсь. Мне нужна помощь.
Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Буду сидеть здесь. Расслабляться. Нора, ты хоть успела передохнуть? Меня отправляют в госпиталь на западной стороне. Приказали взять с собой все. Как, Мел? Серьезно? У плода учащенное сердцебиение, но ничего страшного. Надо сказать Оуэну. Он захочет быть рядом. Да. Я покажу вам кое-что. Что? Идемте. Господи. Это все наше? Да. Каждый час привозят новых. Мел, не говори, ладно? Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. Кто в том мешке? Вот черт, это Дэнни. Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда с пулей в животе. Чёртовы шрамы их из депута! Айзек успел с ним поговорить, но, насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мел, а вы расскажете, что узнали. Да. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэном? Может, послал, только не сказал Норе. Ну, надеюсь. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Я к Айзеку. Эш, деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся. По этому месту я не скучаю. Черт! Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А? Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Сэр, прибыли Эбби и Мэнни. Давайте ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы ввязались в бой.
С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов. Подготовьтесь. Я с Оуэном. Когда они с Дэнни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Оуэн в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял. Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Нет. Но ты сказал, добор еще нет. Два... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Уж точно важнее Оуэна. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь, потом поговорим. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама, правда? Что? Нет, Эбби, нет. Я вернусь к утру, придумай какую-нибудь отмазку. Айзек с тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю где. Что? Ну правда, Оуэн, хватит! Ну ладно. Тогда иди сюда, вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. А. Эбби, мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних двух шагах? Да. Да. Уговор был до сюда. Вот. Давай вот как. Либо ты сейчас сядешь здесь, со мной на краю, либо вот сюда, на детское сиденье.
и мы насладимся видом. А как же тренировка? Серьезно? Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет. Давай это обсудим. Уже темнеет. Да? Ладно. Стой! Ты что, сдурел? Тут высоко! Боже мой! Знаешь, Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Или мы расстаемся? Оуэн. Я всегда тебя любил. Нет! Оуэн! Я внизу, тупица. Прыгнула? А я не видел. Думала, ты утонул. И решила меня спасти? Нет. Удостовериться, что утонул. Я нашел кое-что потрясное. Что? Придется тебе плыть за мной, чтобы увидеть. Ладно, но сперва взгляни. Оуэн! А что они сделают? Вышвырнуть несчастных цикад, которым некуда идти? А если да? Не хочу выяснять. Ты должна это увидеть. Глубокий вдох. Плыли дальше? А то. Тут так круто. Это, наверное, как зоопарк, но с рыбами. Молчи. Смотри, какой нерпенок. Я как-то видел тюленя. Он был пятнистый. У тюленей нет пятен. Они бурые. Это морской лев. Нет. Нет, ты ошибся. Но я сам видел своими глазами. Ну что, ребятки, пойдем осмотримся. Может быть, там что-нибудь еще интересное есть. Эй, помоги мне. Ага. Есть. Давай. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра. Но для рыб. Ты что, самку кличешь? Что? Я пес. Я так лаю. Ты идиот. Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Не, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку. Здесь детские вещи. Тут была целая семья.
Какие рисунки? Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрамы. Оптимист. Так, ну и что дальше? Рисунки посмотрели. Одежду посмотрели. Ну да, подписей никаких нет. Что-то он прям перекладывает там что-то, улыбается. Ладно, лодку осмотрели. Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Ну, конечно. Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем. Я думаю, что вон там что-то есть. Попробуем, давайте пройдем. Думаешь, сможешь пролезть? Помоги залезть. Ща. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Понятно. Итак, мы быстро осмотримся, а потом... Пойдем обратно. Боже мой. Ого, такое не часто увидишь. Давайте посмотрим. Как видим, записи никаких нет. Пообщаемся. Это резервуар в полу. Представляешь, как здесь было раньше? Толпы людей, детский смех. Другой мир, да? Место Макса. И давайте попробуем пройти. Это будет моя хата. И точка. Заперто. Значит, не сюда. Жду в гости. Ах, вот так? Хотя вообще нет. Посмотрим на твое поведение. Козлина ты. Начало так себе. Так, куда можно еще пройти? Вон там, как видим, лестница ведет наверх. Я думаю, что как вариант можно попробовать. Надо будет позвать сюда остальных. Правильно, сделаем мы из них нарушителей. Считаешь, оно того не стоит? Посмотрим, чем нам это аукнется, когда вернемся. Ха, нравится? Ну тебе. Можешь сказать мне, Оуэн, ты был прав. Спасибо, что притащил меня в такое место. Я подумаю. О, боже. Оуэн, где ты? А, уже здесь. Прикольно. Так, что-то я не понимаю, что здесь мы с вами должны найти. Ух ты.
Да направит тебя она. Так, наверное, нам нужно что-то подобное поискать. Потому что, мне кажется, это не все. Думаешь, это наш капитан? Черт. Его дети сбежали к шрамам. Боже. Ну, зато мы нашли ключи. Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шрамам. А что? Это же культ психов. Вот что. А в зонах люди считают цикад террористами, фанатиками. Это другое. Это я к тому, что не надо считать их психами. Не вздумай говорить такое на стадионе, ладно? Ну ладно, ладно. Думаешь, это та семья с лодки? Скорее всего, да. Откроешь? Ключи у тебя. Ах, да. Этот? Не. Может, есть. Черт, сколько времени он все это рисовал? Приключения в открытом океане. Ты что, хочешь спуститься туда? Давай. Уэн. Последнее. Обещаю. Последнее. Только не смотри вниз. Иди. Нормально. Смотри. Повидать бы этого парня. Слушай, но он ведь шрам. Может, уже повидал. О, господи. Надеюсь, что нет. Ого! Эй, заходи! Ого! Да. Говорил, они пятнистые. Да, да. Мне притормозить? Нет. Из-за этого? Из-за этого, да? Тебе ведь противно. Ну же. Прости. Не стоит. Поговорим? Я знаю, что зацепок не осталось. Но Джоэл где-то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернемся. Потренируемся.
Да, иди. А ты что? Побуду еще немного с тюленями. Прости. Я тебе уже говорил. Не стоит.